Здравствуйте. Мы с моим гостем давно не встречались. Действительно, давно. Месяца два. Это много для... Большая пауза для встреч с публичным человеком. Александр Анатольевич Остапенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Анатольевич, никогда мы раньше этого не делали, но теперь я буду это делать. В эфире сейчас вы увидите свою визитку небольшую. Я думаю, что Одесса вас знает, но на всякий случай, может быть, вы сами не знаете своей биографии до конца. Сейчас вы увидите свою биографию, и тогда мы продолжим с вашей речью. Остапенко Александр Анатольевич в 1977 году закончил Балтскую среднюю школу номер 3. В 1979 – Киевское Суворовское военное училище. В 1993 году – кандидат военных наук. В 1993 году – заместитель командира артиллерийского полка. Заместитель начальника научного центра боевого применения сухопутных войск. Полковник. С 2005 года доцент кафедры европейской интеграции Одесского регионального института государственного управления при президенте Украины. Биография. Что-то упущено. Да, неполная биография, но в принципе все правда. Для меня было новостью, что вы родились в Балте. Да. Ну, я родился не в Балте. Не в Ивановском районе, но переехали в Балту. Да, ну, там мать жила, там родина моей мамы, моей бабушки, заслуженного учителя Украины. Вот, и так случилось, что мать недолго жила, и отец, ну, как бы, и там обосновались в Балте, вот, после всего, после всех несчастий. Понятно. И вы вынуждены были поступить в Суворовское училище? Нет, почему? Не вынужден. Это была моя мечта, совершенно искренняя мечта. С детства я просто всегда мечтал быть военным, никогда не мечтал быть кем-нибудь другим. Вот. И я мечтал быть в Суворовском училище, именно в Суворовском училище, потому что, ну, если вспомнить те годы, то суворовцев, ну, в отношении, допустим, города Балта, да, то суворовцы в Балте появлялись один раз в 5 лет. И это было очень почетно, и я очень мечтал. И когда у меня стоял выбор пойти в школу Олимпийского резерва, потому что я занимался серьезно волейболом, или пойти в физмат-школу по приглашению при университете Мечникова, здесь интернат был у нас в Одессе, вот, то я поступил в Суворовское училище. Из трех вариантов на тот момент я выбрал именно военную карьеру. Поэтому это все было не принудительно, а совершенно осознанно и целеустремленно в этом смысле. И вы стали ученым, вы стали научным работником, вы стали научным работником военных наук, и вы стали научным артиллеристом, если так можно выразить. Да, ну, не совсем так, потому что я достаточно большое время возглавлял научно-исследовательскую лабораторию ракетных войск и артиллерии, а потом стал начальником управления, которое касалось именно сухопутных войск. Там уже были все подразделения и механизированных войск, и воздушно-десантных, и специальных операций, и танковые, и артиллерийские в том числе. А потом стал заместителем начальника научного центра, всего центра, да. А потом, вот что упущено, стал заместителем начальника Одесского института сухопутных войск, да, по научной работе. Да. Вот. Вы ушли от своей любимой специальности в звание полковника. Нет, это тогда был, когда я, ну, расстался с практической артиллерией, да. Я тогда был майором. Поэтому в результате получили. Да. Но при этом, при всем, вы в достаточно молодом возрасте расстались с... Ну, я был командиром артиллерийского дивизиона, потом заместителем командира артиллерийского полка. Возраст был достаточно юный, это было 30, наверное, 3 года или 2. Вот. Но это был хороший карьерный рост для артиллериста. А почему вы ушли из армии? Ведь вы более чем удачную карьеру сделали, во-первых. Во-вторых, вы были научным работником. И в-третьих, это же ваша мечта. Есть два варианта, да? Да. Но пафосные, если попытаться приукрасить действительность, какая она была. У меня был большой задел научный к тому моменту, потому что я в академии занимался научной работой. Практически у меня была основа диссертационной работы на соискание научной степени кандидата военных наук. Вот. И это одна сторона, и можно говорить, что я там мечтал реализовать себя в науке, и я как бы вот из-за этого ушел. На самом деле, если говорить честно, уже в 93-м году, ну, там, накануне 94-го, потому что я в Одессу приехал, на родину, скажем так, в 94-м году,
вот, то уже к тому моменту было совершенно очевидно, что армия деградирует. Причем, ну, очевидно, это делалось целенаправленно. Это с 1994 года буквально. И там не будет нормальной реализации. Да? То есть, когда воинские подразделения боевые превратились, по сути, в тех, кто строит, подметает и красит, да, они занимаются боевой подготовкой, но было очевидно, что там можно только деградировать, а никак не развиваться. И это было одной из основных причин, почему я переехал в Одессу, именно в научный центр. Хотя так сложились условия, что меня пригласили, и я с удовольствием поехал. Вы квартиру получили? Нет, еще не получил. Я не хотел бы это говорить в эфире, но я с 94 года, с августа месяца нахожусь на квартирной очереди. Вот, и квартиру от вооруженных сил я так и не получил. Скажите, пожалуйста, почему вы, боевой офицер, не принимаете сегодня участие в войне, подготовке, я не имею в виду непосредственно войны, подготовке нашей армии, имея научный опыт управления войсками, управления огнем артиллерии, насколько я знаю, и являясь человеком, который, ну, если можно на пальцах одной руки перечислить специалистов такого класса, как вы, в нашей армии, если бы они бы были, то это было бы хорошо. Ну, я вам скажу так, что в 2013 году, когда, ну, в 2014, вернее, когда закончились вот эти события на Майдане, да, и когда было очевидно, что военно-политическая обстановка будет накаляться, когда уже началась аннексия Крыма, а потом события на Востоке, ну, там, волею судеб, я оказался в областной администрации, и тогда, ну, невозможно было призваться, да, хотя тогда можно было призваться как офицеру. А потом я писал заявление и хотел бы послужить в вооруженных силах. Да. Мало того, какое-то время до областной государственной администрации я даже выезжал на Широколандский полигон и готовил корректировщиков артиллерийского огня. Буквально там 2-3 недели мы там занимались с ребятами. И это было очень актуально, потому что тогда вообще не хватало людей, которые понимают, как это можно сделать, не имея под рукой там сложной техники, там, вычислительной там, и всего остального. Потому что тогда всего не хватало. Вот. А потом, несмотря на то, что я в принципе не против, я бы с удовольствием даже сейчас бы пошел бы в армию и какую-то пользу бы принес в этом, ну, в любом качестве. Вот. Совершенно очевидно, и это нормально, что сегодня вооруженным силам нужны не полковники, даже имея научные степени. Сегодня вооруженным силам крайне не хватает младшего офицерского состава, которые были бы, правда, хорошо подготовлены. Вот. И в этом смысле трудно говорить о подготовке в Одесском институте сухопутных войск, допустим, к которому я имею непосредственное отношение, я бы с удовольствием здесь работал, если бы здесь были артиллеристы. Артиллеристы готовятся во Львове. Вот сейчас говорят о том, что какая-то часть будет готовиться, восстанавливать Сумское артиллерийское училище, которое я, к слову говоря, закончил, и будут готовить там. И, в принципе, вот в подготовке молодых офицеров-артиллеристов я бы с удовольствием принял участие, потому что считаю, что есть потенциал и есть чем поделиться в этом смысле. Итак, нужны молодые офицеры. Вот, они... Александр Анатольевич, ну, нужны молодые офицеры, и вы, как никто другой, можете их готовить. Это правда. Это правда. Александр Анатольевич, вы один из активистов Майдана. Сейчас активисты Майдана – это уже, так сказать, люди, которые, будем так говорить, разбежались по разным общественным организациям зачастую, которые сегодня продолжают волонтерство и так далее и тому подобное. Но вы были одним из таких основных игроков, будем так говорить, на Майдане, что довольно странно для человека, полковника. В то время вы уже были полковником, да? Да, уже здесь, уже как, наверное, лет 15 или 16. Полковника и депутата городского совета. Вы были все время в оппозиции к мэрам нашего города, по-моему, господину Костусеву уж точно. Да. Это уж точно. Вот сегодня об этом можно смело говорить. Кстати, видел списки, которые господин Костусев передавал в администрацию президента Януковича еще тогда. Да? И я там, по-моему, был четвертый человек, который мешал Алексею Алексеевичу реализовать себя как мэра Одессы. А он передавал списки? Да, расстрельные. Расстрельные списки. Понятно.
Ну, это похоже на Алексея Алексеевича. Вот. И понятно, что прошло время, вы стали политиком, вы стали руководить городской организацией Народного фронта. И вот теперь, когда вы дошли до жизни такой, и я говорю вам честно, это мужской разговор в какой-то мере, скажите, пожалуйста, куда вы идете? Я имею в виду не только вас лично, но и политическую силу, которую вы возглавляете в нашем городе. Вы знаете, это сложный вопрос, правда. Я понимаю весь сарказм даже в ваших словах, и куда мы идем. Мне на него очень трудно ответить. Так мы идем вместе с вами, поэтому да. Я спрашиваю. Мне на него трудно ответить. Ну, во-первых, я остаюсь и являлся всегда, и позиционирую себя как патриот Украины. Я делаю во всех сферах, где могу что-то внести, да, все для того, чтобы Украина менялась в лучшую сторону, в этом смысле, да. Вот любой участочек работы, где нужна моя компетенция, где я могу что-то внести, я во всех движениях этих участвую. И там такой общественной организации, уважаемые эксперты, как Майдан Мониторинг, там и в многих других сферах, там в полиции, в прокуратуре, там и так далее. Это то, что касается, так сказать, моего личного видения и моей личной пользы, да, которую я вношу для того, чтобы наша страна менялась и в лучшую сторону, с хорошей тенденцией. Вот. Что касается Народного фронта, то с одной стороны, знаете, для меня совершенно очевидно, что фракция Народного фронта в Верховной Раде это наиболее цельная и наиболее нацеленная на реформу фракции. К слову говоря, можно все что угодно говорить, но есть документы, можно анализировать, и большинство новаторских законов, да, которые реально меняют ситуацию, либо инициированы депутатами Народного фронта, либо поддерживаются депутатами Народного фронта, и это абсолютно очевидно, это даже Комитет избирателей Украины признает. Что касается вообще политической силы, то я с самого центра ощущаю такой, знаете, некий раздрай, потому что понятное дело, что многие негативы были связаны с рейтингом, который связан, да, были связаны с премьерством Арсения Петровича Яценюка, там правдами, неправдами, специальной дискредитацией, не специальной дискредитацией, да, там этот рейтинг там закопали в землю, скажем так, да. И сегодня от центрального аппарата партии, если честно, да, я не очень чувствую, чтобы ну, делалось что-то для того, чтобы вот нашу как бы идеологию, о которой мы много говорили, которая записана в программе партии, как бы активно поддерживать, внедрять и реализовывать на местах. Да? Есть какой-то такой определенный раздрай и определенное затишье, такая пауза в ожидании. Да? Она очевидна, и я считаю, что это плохо сказывается на партийных структурах. Абсолютно, ну, это мое субъективное мнение. И я, в том числе и в центральном аппарате партии, много говорил о том, что надо поднимать людей с земли, скажем так, не витать там в облаках, в космосе, там, под куполом, да, а здесь, в низовых партийных организациях, людей мобилизовывать, Александр ставить задачи и простите, двигаться. Простите, пожалуйста, я хочу пример привести вам, для того, чтобы мы ответили. Вы знаете, что Арсений Петрович инициировал строительство стены вдоль российской границы. Ну, по-моему, у меня, как у неспециалиста в области военного дела и вообще этого дела, прямо скажем, это бы вызывало, ну, ироническую усмешку. Сейчас можно я сразу ремарку скажу? Вы знаете, вот с точки зрения военного дела, безусловно, стена, построенная из сетки с небольшим рвом, это не могло остановить, допустим, танковое подразделение там, Российской Федерации, если хотите, да? А у стены совершенно другое предназначение. У стены предназначение по части проникновения, прежде всего, людей, контрабанды, оружия. То, что таскается через нашу границу, там, сказать, сплошь и рядом, там, где этого нет. Вот. И да, на стене сделали большое анти-пиар. Да? Но надо понимать, что стену не строил премьер-министр. Да? Кабинет министров выделял на это деньги. А на каждом отдельном участке были совершенно конкретные юридические... Вы хотите оправдать это строительство? Или вы, вы действительно считаете, ну, объективно, я считаю, что это полная чепуха?
Нет. Вы знаете, я не думаю, что это полная чепуха, я думаю, что она необходима. Вот. Но я еще раз подчеркиваю, она точно не для танков, да, и артиллерии. И в случае агрессии... Но стоило ли тратить сотни миллионов скажите, на то, чтобы защитить себя от проникновения наркотиков или оружия, которое проникает через наши погранпункты без больших проблем, судя по всему? Таким путем идут Соединенные Штаты Америки в отношении Мексики. Таким путем идет Литва сегодня, Латвия, Эстония вот, у границ Российской Федерации. Они идут... Они то же самое строят. Правильно, они строят против беженцев. Не проникновение оружия или наркотиков. Они прекрасно понимают, что стеной этого не защитишься. А там разговор идет о тысячах, сотнях тысяч беженцев. Ну, Литва, Латвия, Эстония в отношении Российской Федерации. Какие беженцы? Нет, в данном случае, конечно, что Литва, Латвия и Эстония. Израиль в отношении... Там, там другая стена, прямо Палестины, скажем. Да. Там другая стена, вот, но тем не менее. Там крепостная стена, простите. Да. Я к стене не имел отношения никоим образом. Да, мне трудно оценивать ее инженерное решение этой стены или там, какая она должна быть. Вот. Но если кабинет министров, да, если и сегодня ее строят, да, то я думаю, уже нет Яценюка, да, а стену строят. Ну, дерибан продолжается, простите. Может быть. Да. Может быть, кому-то это выгодно, да, не только как ссылались на Арсения Петровича Яценюка. Вот. То я думаю, что в этом видят целесообразность. Скажите, пожалуйста, сегодня являясь активным функционером политики, политическим функционером, как вы видите сегодня собрать тот бардак, который существует в невероятных количествах направлений, который просто расползается, как грязное пятно на белом полотне, на чистом белом полотне, начиная от проблемы, связанной с лишением там гражданства Саакашвили, да, которое, в принципе, нас не очень волнует, по большому счету, а раскручивает именно Саакашвили, по большому счету, потому что он из-за границы гораздо будет авторитетнее, чем здесь. Это ваше мнение, я другого мнения. Если честно, в отношении лишения гражданства я написал в Фейсбуке, да, я считаю, что это, я написал, что это дно. Почему? Потому что невозможно человеку сначала с помпой его давать, пиариться на этом там, по всему миру, и в том числе в Украине, а потом как-то тихонько забрать. Это знаете, как дети в песочнице, там, а вот моя машинка, поиграйся, а потом тут же, а вот отдай мне назад. Я понимаю, что с точки зрения юридической были все основания. Да? Я понимаю, что Саакашвили относится к разряду тех политиков, которые ради реализации своих собственных амбиций готовы переступить через все. Я это тоже понимаю. Да, вы знаете, это политическая, в общем-то, обыденность. Это политическая обыденность. Наверное, это не уникальное свойство, не только его. Политики, не только его. Да. Но с точки зрения вот человеческой, нормальной, гражданской, да, вот моей лично, да, я понимаю, что это неправильно. И я про это написал. И там мне писали о том, что Саакашвили так делал миллион раз с другими. И что там воздастся, там не воздастся. Да? Но я не такой. Я не хочу так, чтобы было у нас в стране. Поэтому я об этом написал. Я знаю, что... я подозреваю, что, допустим, даже моя политическая сила не поддерживает такой вопрос. Да. Но тем не менее, я как гражданин, я считаю, что надо пытаться говорить правду всегда и свои личностные ощущения декларировать. Перейдем в другую плоскость несколько. Роль общественных советов. Вы член общественных советов, по-моему, всех, которые существуют в этом мире или в этой стране. Неправда. Неправда, но это близко к правде. Потому что вы... Всего двух. Это уже много, должен сказать. Да. Роль их вообще существует? Или мы сегодня зашли в тупик, когда общественные советы, общественники, будем говорить, общественные организации, начали заменять правосудие, закон, справедливость, в конце концов, даже силовые структуры в какой-то мере, да, потому что занимаются силовым воздействием. Мое личное мнение, опять же, я много раз про это писал и говорил, я считаю, что все должно делаться в рамках закона, и никто, кроме тех органов государственных, на которых Конституция Украины положено право, то есть специальных органов, применять там оружие и силу, да, никто другой ее не может применить. И тут должен быть закон. Закон для всех одинаковый. Да, и никакая общественная организация не имеет права давить на суд,
на милицию, ой, на полицию, да. на прокуратуру, на суд, там другие органы, которые ну, творят правосудие. Как бы они это ни делали, да, хорошо, плохо. Все надо делать по закону, можно выступать гражданским протестом, можно стоять с транспарантами, плакатами, можно собирать людей, можно про это дебатировать, но там бить, бросать бутылки и зажигательной смесью, и там гонять судей, которые выносят даже правомерные решения, да, как, допустим, сегодня происходит в Ширяево, да, да. Это неправильно. Тут должна быть жесткая реакция полиции, да, жесткая реакция прокуратуры, и все виновные должны быть наказаны. К сожалению, а теперь по поводу общественных советов. Общественные советы должны быть, да. Почему? Потому что общественность это действительно та сила, которая толкает ну, все государственные органы, да, к изменениям, к реформам. И не только там, и депутатов, и администрации президента, и так далее. Просто, вы знаете, вот совершенно очевидно, как для меня, что у нас научились группы антиразвития, которые находятся в том числе там, в чиновничьих кабинетах и во многих других, да, и в правоохранительных органах, да, управлять вот этой вот средой антиобщественников, как я их называю, да, да, и лжепатриотов. Да. Вот, и многих прикупили, да, многими просто манипулируют, да, и это, безусловно, ну, сильно дисконтирует влияние гражданского общества, потому что люди разочаровываются в возможностях этого гражданского общества. И в этом смысле тут надо принципиальную оценку давать самим общественникам, да, которые работают в вот этих общественных советах, да, и тех, которые там не работают. Я ни в одном общественном совете... А есть рычаги, слово говоря, простите, я ни в одном общественном... разогнать какой-то совет? Есть ли рычаг, если он сам этого безусловно, безусловно, да. Если мы говорим, допустим, общественный совет при областной государственной администрации, такие компетенции есть у главы областной государственной администрации. Общественный совет при главном управлении национальной полиции, такие возможности есть у начальника главного управления, да, и так далее. То есть такие возможности есть. Если совет деструктивен, да, если совет не помогает решать проблемы, вот, то его можно распустить и организовать по новой, да. Но чаще всего эти советы легко управляемые, да, я смотрел там, ну, там на члена общественной организации, которая входит в совет, допустим, при областной государственной администрации. Там 90% организаций, о которых вообще кто-то мало знает, да, то есть мало известна их деятельность, но тем не менее они входят в совет и как-то там пытаются там что-то делать в этом совете. Вот. Я ни в один общественный совет не вхожу, я вхожу в органы общественные, да, которые помогают реализовывать кадровую политику, допустим, в полиции, да, я председатель полицейской комиссии, которая осуществляет набор и тестирование и так далее. То есть совершенно конкретный по алгоритму, закрепленному законом Украины, набор действий, которые делаются под общественным контролем. Я это делаю с большим удовольствием и стараюсь там быть очень объективен и делать это по совести и честно. И у меня была как бы функция председателя кадровой комиссии по руководителям местных прокуратур, я ее тоже исполнял, как мне кажется, очень успешно. И в принципе, результаты в этом смысле есть. Вот. Вы уверены? Вы знаете, я остаюсь по-прежнему оптимистом. Я не разочарован. Я понимаю, что в нашей стране очень трудно... Вы знаете, как мне сказал бывший министр социальной политики Польши Петр Кульпа? Он такой философ. Он сейчас радник наивысшей палаты контроля Польши. Он сказал, вы понимаете, вот ваша страна — это такое вот цельное болото, да? И в этом болоте там живут там одни лягушки, а вы там ищете ангелов. Их там нет, говорит, вы из этого болота вырастите хоть что-то достойное, да, ну, управлять, в том числе и вами, да, выберите его, вспестите его, вырастите. И тогда будете говорить. У нас много совдепа, мы от этого потихоньку отходим. И это очень хорошо, и я вижу позитивные тенденции. Поэтому я остаюсь оптимистом. Спасибо большое. Последний вопрос, очень коротко. Где вы видите себя, на каком месте вы сегодня видите себя в должности или в звании, которое принесет наибольшую пользу стране, городу и нам? Я считаю, что я как доцент кафедры европейской интеграции много сегодня делаю для воспитания нормального кадрового потенциала в государственной службе. Но, правда, у меня это больная тема, кстати. Спасибо вам за этот вопрос.
Мне 55 лет, и я понимаю, что активного возраста у меня там, ну, такого там, знаете, да. Мне говорили пенсионер, это еще 5 лет, максимум 6. Да. И мне хотелось бы себя реализовать очень сильно, в какой-то сфере внести, ну, я готов там день и ночь там работать для того, чтобы действительно все запомнили о том, что я эффективный, и я могу, да, и тут не важна сфера. Если бы это была там областная государственная администрация, я бы туда пошел. Если это... подготовка офицеров, допустим, для вооруженных сил, я бы туда пошел. То есть везде, где будет необходимо, где, везде, где будет предложение, и я готов тратить свои силы для того, чтобы наша страна крепла. И я понимаю, что это я делаю не столько для себя, сколько для своих детей. Еще раз подчеркиваю, для своих детей, чтобы они жили в нормальной, цивилизованной европейской стране. Спасибо большое. То, что вы сейчас сказали, это наша беда. Это не использование тех замечательных резервов, которые у нас сегодня существуют. И это при том, что кадров не хватает везде. Спасибо большое, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, всего доброго.